В ближайшее время получить посылку можно будет в почтоматах. Почта России запустила в эксплуатацию специальные автоматические устройства для выдачи почтовых отправлений. Сегодня 133 почтомата работают в 60 городах России. Стартовал такой проект и в Чувашии. В республике пока функционирует только один почтамт. Установлен он в Чебоксарах, на цокольном этаже торгового зала «Каскад». Получить отправление можно ежедневно с 9 до 21 часа. Пока услуга оказывается только клиентам интернет-магазинов и компаний каталожной торговли, но планируется сделать ее доступной для всех категорий клиентов, в том числе и для физических лиц.